Казахстан готов делиться опытом работы в сфере гендерного равенства с дружественными странами. Об этом заявил замместитель руководителя администрации президента Аида Балаева, выступая на форуме, посвященном 30-летию отношений КНР и Центральной Азии. Он проходил в одном из крупных туристических и финансовых центров Китая, в городе Даляне, в онлайн-формате. И в его работе участвовало более 200 делегатов. Говорили о необходимости создания благоприятных условий для всестороннего развития женщин. Важным шагом в направлении политического продвижения прав женщин стало введение в 2020 году по поручению президента Казахстана 30-процентной квоты для женщин, молодежи в избирательных партийных списках. Законодательно закреплена норма об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов.